Именно здесь, между селами Солоновкой и Камышинкой, 9 января обнаружили более 50 убитых лошадей. Большинство из них – кобылы с жеребятами или еще не ожеребившиеся животные. По предварительной версии, все они были убиты всего двумя выстрелами – под лопатку и под сердце. Также сейчас обсуждается несколько версий произошедшего. Месть, конкуренция и личный конфликт хозяина табуна. Сумма ущерба составила свыше 5 миллионов рублей. Инцидентом заинтересовались в краевом парламенте и Министерстве сельского хозяйства края. Полицейские завели уголовное дело. Начальник краевого ГУМВД Андрей Подолян взял его под личный контроль и поручил создать экспертную группу. В ее состав должны войти сотрудники уголовного розыска, следственного комитета и эксперты-криминалисты. Также к делу подключилась и прокуратура. Прокурор Петропавловского района Виталий Лебедев тоже взял дело на личный контроль. Помимо этого, им заинтересовались и в Госдуме. Как сообщает ведомство, сотрудники будут требовать отчет от краевого МВД.